не получается, да? Сейчас. Игнатий? Сейчас, постой. Что-то я... Добрый день. Добрый день. Ну что, собираемся в церковь идти? Я только все сложил с собой. Пришлось тут... Ты меня шиб просто. Да, да. Извини, а я думал, сейчас у тебя свободное время. Да я тебе просто писульку эту написал, но вот и все. Да я не смотрел тут, потому что собираюсь, я один тут. Все надо подготавливать. Да. А ты еще что, нынче не уехал, да? Нет. И поедешь, нет? Или поеду, у нас 3 числа будет день деревни. Ровно 200 лет Потеряевки и 27 лет восстановления. Да, 3 числа. Да, 3 Холодрыга. Июня. Холодрыга-то какая. 2 недели осталось. А тепла не будет все равно. Ну, что сделаешь? Ну, ничего не сделаешь. Конечно. Ясно. Вот встретились и поговорить о чем. Да, слава Христу. Не о чем. Да. Я посмотрел твой ролик последний там. Думаю, сдает Игнатий что-то. Что попало? Они тебе эти миссионеры, и ты целый час это все в уме держал, миссионерский отдел, СД это и прочее, все такое. Много наговорил, так они теперь могут и прицепляться. Вообще. Что сделаешь? Меньше бы говорил, лучше было. Так, нет? Никиту-то отпусти, пусть женится. Ну, а кто его держит? Да. Ну, я так подумал, что кто-то держит его. Ну, так напиши ему. Я написал. Ну? Дорогой Никита, так и так, так и так. Наши женщины, конечно, все не могут одеваться, чтобы было целомудренно. У них не научены они никак. Ну, когда раньше там в кофтах и в сарафанах там было не видать. А вот сейчас они все на выкат, хоть сзади, хоть спереди. Так что они и смущают его, бедного. А вот ты понимаешь, вот я когда у баптистов-то пришел, здесь у нас в Барнауле-то, 74-й год, и я тогда подумал, думаю, ни одной сестры даже я обращать не буду внимания. И я не обращал внимания вообще, абсолютно. И вот не старался смотреть, и вообще ничего. Все то, как будто для меня их не существует. А потом уже так я смотрел, что как будто через нее, как будто ее нет, просто какая-то там контур. И смотрю туда, куда мне нужно. Если она попадается, не обращал внимания. И все. Это Господь может дать такое чувство. И не будешь, я ему написал об этом. Я говорю, Никита, не обращай внимания. И все. А вообще-то, раз хочет, так женился бы, да и все. Да. Молодой еще. Но у него все равно вот это вот, то, что это... Наркота-то там, это оно может твоей как бы человеком.
Mm-hmm.